привет! Сегодня эксклюзивное интервью у Санты. Привет, Санта! Какого привет. Человека ты считаешь красивым? Я? Детей и всех послушных людей, которые не балуются и не делают ничего плохого. Это самые красивые люди, дарят добро, улыбки, особенно в день Рождества. Это самые классные люди. Какое твое главное жизненное кредо? Помогать всем людям, всем и детям, и людям, которые нуждаются, всем без исключения, дарить добро, самое главное. Что мотивирует тебя на добрые поступки? Улыбки людей, улыбки детей, самое главное улыбки детей, мы просто все в своей мастерской радуемся и просто наслаждаемся, когда они получают свои подарки и открывают, и мы видим их лица, мы всех видим, и плохих, и хороших. А ты веришь в Бога? Да, на самом деле, эту доброту поселил во мне Иисус Христос, который подарил нам великую радость дарить на свой день рождения подарки другим. Это самое главное праздник, который мы празднуем у себя в мастерской. И именно Иисус Христос подарил мне это добро, которым я делюсь теперь со всеми.